Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Айсагира заявила, что Испания может принять Евровидение в 2023 году, если этого не сможет сделать Украина. RTVE предлагает поддерживать Украину во всем, в этой организации, и в случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему Евровидению, говорит Мария. Украинская группа «Калуш Окестра» стала победителем Евровидения 2022. Коллектив выступил с песней «Стефания». Россия в нынешнем смотре участия не принимала. С вами был канал Ананас Ленд. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе следующих видео. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.